В Восточном Казахстане устраняют последствия урагана. По предварительным данным, порывами сильного ветра сорваны кровли с 35 зданий, в том числе жилые помещения, хозяйственные постройки, объекты здравоохранения, образования и культуры. Спасатели работают в Уланском, Жарминском и Глубоковском районах, а также в Усть-Каменогорске. В городскую больницу обратились 5 пострадавших, среди которых и 82-летний ветеран труда. Эпицентром торнадо, скорость которого превышала 32 метра в секунду, стала село Калбатау. В результате на несколько часов сотни абонентов остались без электричества. На линии 112 и 101 от жителей города и районов области поступило около 100 звонков. Жители, естественно, были обеспокоены. Каждый звонок к нам был принят, обработан. И в настоящий момент все наши специалисты районных и городских ОЧС выезжают на, скажем так, на вот это место происшествия, на каждый звонок, то есть обрабатывают.